Всем доброй раницы. Теперь ли вы каву коли-небудь у звоницы костела? Коли нет, тады долучайтесь до мяне. Але для гэтага трэба приехать у Варшаву. И вось тут, у звоницы доминиканского костела, есть кавярня, где можно попить каву с раницы с морковным пирогом, посыпанным цукатами. А вот и сама кавярня. То люби кафе. До речи, вот там далее на улице Фрета. Дамо, где народилась Мария Складовская-Кюри. И вот эта звоница. Другим поверьте, можно попить каву с видом на старый город. Вельми файное место. Вельми рекомендую. Коли сподобалось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был Алексей Дужи из Варшавы.